Всем привет, друзья! Одной из причин низкого давления воды в кране может быть забитый фильтр грубой очистки. Находится он обычно сразу же за краном, перекрывающим поступление воды в квартиру. И сегодня мы будем его чистить. Первым делом перекрываем воду и открываем кран, чтобы спустить давление системы. Вот здесь внутри в фильтре находится сетка, которая забивается грубыми частицами, попадающими из воды, там песок, что-то еще, после чего давление воды в квартире падает. Чтобы прочистить эту сетку, необходимо ее достать, а для этого нам нужно выкрутить вот здесь крышку, ключом на 21 в моем случае, и извлечь ее. Откручиваем крышку. Вот я ее немножко провернул, и видно, что снизу уже немного мокрило. То есть, возможно, скоро бы все это потекло. Сейчас посмотрим, что там с прокладками. Вот, хорошо видно. Так, вот немножко вылилось воды, и видим нашу сеточку. Вот видим, в каком состоянии сетка. Не в самом плачевном, но почистить надо. Ну и заодно проверим сейчас прокладочку. Почистим ее. Вот он, выкрученный фильтр. Далее обычной щеткой чистим эту сеточку. Вон она легко очищается. Вот видно, как грязь вылазит через соты. Все это снижало давление воды. Также помоем саму крышечку. Прокладка здесь еще живая. Сейчас я ее сниму, прочищу ее и металл под ней. Ну вот, здесь все готово. Сетка тоже чистая. Идем собирать назад. Протрем немножко изнутри. И ставим сеточку назад. Затягиваем. Не открываем кран. Смотрим, нет ли здесь протечек. Но если прокладка нормальная, затянули хорошо, здесь ничего не будет. Но обязательно посмотрите. В одном из следующих видео мы будем разбирать редуктор понижения давления. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить, поскольку это еще одна из причин, почему у вас может быть низкое давление воды в квартире. Причем эта причина гораздо серьезнее и более вероятная, чем забитый фильтр грубой очистки. А на этом я сегодня с вами прощаюсь. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и группу ВКонтакте. Всем пока!